Всем здравствуйте, с вами Антоша, вы на канале Нуклеон, и мы с вами продолжаем проходить Dark Souls 3. В прошлой серии мы с вами завалили вот этих вот типчиков, которые вот здесь вот на монументе, на пьедестале взяли, завалили их. Головаря мы довалили из лука, такие прекрасные, классные, дали нам тут костер, давай посидим у него, восстановимся. Так, оставим пока вот здесь вот все, 27 косарей у нас, конечно, есть, можно сходить потратить. Но я так полагаю, что вот здесь вот в этой локации нам, в принципе, больше-то делать нехуй. Нам остается лишь только одно, по идее, узнать, как добраться до лука. Луковки вот этой, вот, точнее, не луковки, а лука, как бы, да? А вот, как добраться до него, можно ли вообще, в принципе, это сделать? И, ну, все, в принципе, локация закончена. Делать тут, наверное, больше нехер, можно будет идти в этот, в Иритил, да, правильно я назвал? Где вот красиво все, где вот эта вот холодная, прекрасная страна. Единственное, надо бы как-то понять, как здесь... Ух, блядь, привет нахуй! Вы ж все резнулись! Вы ж все резнулись, зайчики мои, блядь! Ну, конечно, я же посидел у костерка. Давайте-ка идите вы нахуй, короче говоря, я подумал так. Ага, ты за мной прыгнешь, нет? Или куда побежишь? Ух ты, блядь, какой опасный-то, да? Ну-ка, на-к тебе тогда по ебальнику. На-к тебе тогда по... Ух, блядь, да я тебя бью по ебальнику. Вот так вот набить по ебальнику. Ты что, не знал, что ли? Вот здесь вот как-то, каким-то образом, я хуй знает как, но надо поднять вот эту вот хуйрагу. У кого, ребят, есть идеи? Я, честно скажу, я между сериями не гуглил, как обычно это делается, да, у меня. Поэтому я в душе не ебу, как вот туда вот пробраться. Возможно, я, конечно, это проебал момент. Надо бы туда, короче говоря, сейчас подняться, нахуй я спрыгнул. Зачем я спрыганул? Подожди-ка. Давай мы вот так вот воспользуемся. Нам все равно их тут дали. Последний костер. Это я чисто, чтобы не подниматься, блядь. Просто, чтобы не подниматься, короче говоря. Ой, что-то голос у меня тут интересно как-то сделал. Бобьем очень вкусного чаю. Господи, какая же хуйня. Зачем я это заварил такое? Ой, надо запомнить, что его надо то как с каким-нибудь медиком, сахаром. Еще чем-нибудь вот таким вот интересным вкусным, а то я и сахара не положил, и ни хера не положил, и невкусно пиздец, короче говоря, от этого всего. Так, давай вот сюда вот я пойду. Опущайте ворота воротушки. Да, блядь, опять все уже опущено. Постоянно мне кажется, что здесь какая-то пропасть, все такое темное просто. Я хочу, знаешь, что тогда сделать? Если уж... Ух, блядь, да подожди-ка. Ну ладно, хорошо. Покатаемся. Вы посетили наши авиалинии. Благодарим вас за полет туда-обратно. Так, бежим вот сюда вот. Вот здесь точно нету никакой поднимушки, нет? Хочу поднимушку. Вот там он еще что-то можно сделать, наверное. Там какие-то воротца, хиротца. Как туда пробраться? Хуй знает-ца. Не знаю. Нам вон туда как-то пробраться. Нам вот этот хуй стоит прям. Вот он стоит, он ждет меня. Но как пробраться? Вот здесь вот, может, реально, вот через вот эту вот хуету. Я долечу до туда или разъебусь? Я вот не знаю. Я не знаю. Очень-очень я не знаю. Там вот бабка ходит. Может, от бабки как-нибудь все-таки? Бляха. Там вот пути какие-то есть, которые я нихуя не вкуриваю. Как туда пройти? Вот тут вот на вторых этажах. Вот здесь вот прям. Должен быть вот сюда вот проход, нет? Нет, его здесь нету. Ну, то есть вот эта вот херня нас вообще никак не должна волновать. Бляха, а как? А как тогда-то? А как тогда к нему пробраться? Как-то можно, по-любому он прям так стоит, прям такой вызывающий весь из себя. Там какие-то ворота есть, короче говоря. Есть какие-то ворота. И как-то по-любому туда можно пробраться. Там дохуя врагов просто. И туда тоже можно как-то пройти. Вот только как? Как это сделать? Это вопрос хороший. Это вопрос интересный. Вот эта дорога приключений меня куда приведет? Она меня приводит вот сюда вот, да? Ага. Так, а может мне сюда и идти? Тогда уж. Тогда уж, вот сюда уж. Так, подожди-ка, мать. Подожди, мать. Но здесь я был. Тут нихуя интересного, в принципе. Тут же нихуя интересного у нас нету. Это я опять пришел туда, откуда мы были. Мне бы как-то с той стороны заглянуть. А с той стороны заглянуть я могу только... Бля, я даже не знаю откуда.
Я даже не знаю откуда. Подожди-ка. Неужели туда больше нельзя забраться никак? Это хуйня какая-то была бы. Это было бы прям неинтересно. Мне бы. Мне, по крайней мере, было бы неинтересно. Так, бежим. Бежим, надо подумать. Надо think about it. Немножечко think about it. Так, прыгнем сюда. Ага. Пойдем вот в те вон двери опять сгоняем. Хотя там тоже что-то было уже как-то не очень. Так, давай вот сюда вот тогда пойдем. Давай пойдем вот сюда вот и попробуем забраться снова наверх. Наверное, наверх. Наверное, наверх. Здесь точно не поднимается никакая хуйня. Что-то должно работать, блядь. Что-то где-то обязано же работать. Где еще один рычаг-то? Вот здесь нету рычага никакого. Нихуя нету. Как я поднимал ворота-то, блядь? Как-то же я их поднял, это же не он их поднял, это я их поднял. И как я их поднял? Вот это вот опускает одни ворота. А поднимает ворота. Непонятно что, блядь. Так, минус вот эти вот дурочки сразу же. Да я сейчас отравлюсь, блядь, подожди. Очень невкусно. Так, на-ка. Угу. Попьем. Хорошо. Так, ну и чё? Оп, нихуя. Стой, подожди, 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 подожди. Сейчас я кое-что попробую. Ага. Блядь, да какой пиноча. Раз. И... раз. Хорошо, ладно. Подожди. Так, секундочку. Секундочку. Раз. Нет. Раз. Хорошо, ладно. Так. Ага. Вот это я просто опущу ворота, да? Или подниму другие? Нет, другие не поднимаются. Да я б твою мать, блядь. Чё, надо загуглить, что ли, да? Чтоб тут долго не ебаться. Нет, я хочу сам догадаться, нихуя. Так, окей, вот это вот один костерчик горит. Костерчик горит. Ладно, хорошо. Но чё мне толку от этого, от того, что костерчик горит? Ну сюда я могу пройти, ладно. Сюда я могу. А толку от этого тоже немножко. Толку от этого прям маленечко, да? Что-то я где-то проебал. Очень прям вот видно, прям, я не знаю. Я уверен, что мне в прошлой серии очень много людей написали, где я что проебал. Но я не смогу вам прям вот сказать, что я проебал. Потому что я не читал еще, потому что серия еще для меня вот не вышла. Для вас уже вышла, представляете? Вы уже такие все знающие, а я нихуя не знаю. Так, секундочку. Ай ты, блядь, ну-ка иди сюда-то. Ага, хорошо. Да я все-таки к бабке поднимусь. Навещу старую. Навещу старую немножко, посмотрю, что там у нее интересного. Может быть, там все-таки был рычаг, про который я забыл. Блять, ой, как нога-то, ой, пиздец. Нога не вовремя. Нога, ты очень не вовремя, очень не вовремя. Так, секундочку, вот здесь вот что у нас есть? У нас есть там какой-нибудь рычажок давления. Так, у нас есть вот здесь вот дурак. Ну это ладно, это бог с ним. Так, а где бы нам... Не, подожди, ладно, поднимемся туда к дурачкам. К дурачкам поднимемся, хорошо. Поднимемся сюда на лесенку. И посмотрим, все-таки, может быть, здесь есть какое-нибудь что-нибудь куда-нибудь. Так, давай заберемся. Как-то же должен быть какой-то ответ, блядь. Как-то я должен к этому луку пробраться. Луку-пауку. Так, секундочку. А, бабка, ты мне не подскажешь, нахуй? Зачем ты здесь есть? Хуха-хуха-хуха. Ага. Ты тут нахуя есть, скажи мне просто. Зачем? Ага, промазал. На, моя очередь. Моя очередь, заебись. Так, здесь есть бабка. Если есть бабка, то я не придумал рифмы. Но она есть. Бабка есть, это хорошо. Вот там вот есть эта хуйня, это тоже прекрасно все. Но толку мне от этого. Блять. Есть какой-то простой ответ, который я просто не вижу. Где стеночка-то вот эта вот? Стеночку я опустил. Она, по идее, она вот, да? Вот это одна, вот это вторая. Вот это вот здесь. Вот это туда. Вот это там. Это то. Это все. Ясно, нахуй. Нихуя непонятно. Нихуя непонятно мне стало от этого. Так, хорошо. То есть. Вывод каков у нас? Вывод в том, что, по сути, локация закончилась. А я босса-то уже всех все победил. Но не знаю, как пробраться к луковичке вот этой вот, которая не луковичка, нихуя. Ладненько, давайте я тогда наглым очень образом возьму и загуглю этот вопрос. Можно ли туда проникнуть или нет. Может, я, конечно, уже все проебал, не знаю. Сейчас посмотрим. Я постараюсь себе ничего не соспойлерить, не волнуйтесь.
Короче, как я понял, чтобы попасть вот в это другое крыло, нам надо... Так, ну-ка давай-ка вот так вот сделаем, чтобы далеко до костра не идти. Нам надо подняться на лифте на крышу. С этой крыши, короче говоря, этот... Скажу. Как-то перейти на другую сторону вот этой вот всего этого храма. И тогда мы там вот это вот все нормально, благополучно сделаем. Так, окей. Лифт у нас, по-моему, где-то вот здесь вот был, нет? По-моему, где-то вот тут вот. Вот он, да. Вот этот вот лифт. На нем поднимаемся и, видимо, на другую сторону здания как-то перехерачиваемся. Ну ладно, сейчас посмотрим. Видимо, я там все-таки не был и спутал просто это место. Получается, мы здесь выходим не просто за колечком. Так, на-ка, ага. А выходим на другую сторону просто тупо. То есть вот здесь вот мы ползали, гоняли это одно. А теперь мы поедем на крыфу. На крыфу. Вот сюда вот, правильно? И типа поднимемся вон туда. Подожди-ка, ну-ка спрыгивай. Ага, хорошо. И поднимаемся сюда. То есть тут-то мы, получается, не были, правильно? Здесь мы не бывали. Насколько я понял. Так, подожди-ка. Опа, хорошо, как я сделал. Отлично, прекрасно. Кто-то в нас уже стреляет. Да, тут мы не были. Ну ладно. Тогда хорошо. Ой, блядь, ты стреляешь, что ли? Так, секунду. Ага. Я почему-то думал, что мы тут были, потому что это очень похожее место, но нет. Но нет, нихера. Ладно, давай тогда пробираться на другую крышу здания. Поблагодарим этого, блядь, лука ебаного. Не знаю, похож он пиздец на этого лоскутика, который был вот в первой части. Но я не знаю, есть тут он или нет, потому что, в принципе, может, это его какой-нибудь сын? Я хуй знает. Потому что, в принципе, ну какого хуя он тут будет? Мне сказали, просто луковка — это не настоящая луковка, типа, тот уже давно сдох, все дела, а этот, типа, другой луковка. Поэтому, получается, и лоскутик тоже не должен здесь быть. Но он прям очень сильно похож на него. Тоже такой лысый говнюк какой-то. Хочет меня наебать везде. Опа, что это такое? Подожди-ка. Ой, не-не-не-не, да подожди, закрой. Назад. Так, я хотел вот это вот сделать, вообще не хотел этого сделать. Я хотел тут посмотреть, что это такое. Впереди отсутствует тайная тропа. Ах ты, сука. Отсутствует, блядь. Ну и ладно, спасибо, я бы и не пошел смотреть нихуя. Так, хорошо, а где я тут могу пробраться на другую сторону храма, мне говорили? Бледный язык. Это, конечно, замечательно. Но... Где-то здесь я должен как-то что-то вот, как-то, ну, блядь, ёб твою мать. Подожди-ка. Но я же должен как-то здесь перебраться, не? Но я же должен вот здесь вот как-то явиться туда. Блядь, погодь-ка, а сюда я не могу забраться, да? Нет, не могу. Не могу. Ладно, бежим сюда тогда обратно. Здесь у нас что? Здесь у нас больше нихуя не было, правильно? Или неправильно? Подожди-ка. Вот отсюда я могу... Не, нихуя не могу. Отсюда нихуя не могу. Так, секунду. Секундусю. Хорошо, бежим тогда вот сюда вот. Надо тут поисследовать немножко. Немножко все это поисследовать. Дело... Вот здесь вот есть тайная тропа? Нет, тут нет тайной тропы. Хорошо. Ладненько. Шоколадненько. Вот это вот что за хуй? Тут мы не были. Здесь мы не были. Давай сходим. Тут он зачем-то стоит. Да, блядь, хорош. Ой, бля, подожди-ка секундочку, еще один дурачок. Так, подожди. А где? А где? Он же только что тут был. Нихуя не понял. Хорошо, давай исследовать дальше. Зачем мы сюда поднимались? Давай исследовать какой-нибудь логик. Ох, блядь, вот что я не заметил-то. Все, хорошо. Так, мы на крышах, ебать. Драка на крышах, пиздец. Крыша — это прикольно. Так, ать. Так, аккуратненько. Ать, прекрасненько. Чувак, хочешь посражаться, нет? Посражаться ты будем, нет? Дай посражаюсь. Да подожди ты, блядь, я тебя ударяю. Да я тоже так умею, смотри. Да ты чё его пнул-то, нахуя? Чё ты его пнул? 32 косаря проебали. На, не пинать. Надо ударять. Зачем вот это вот, сжать вперед плюс удар? Надо же не пинать, блядь. Пинает он зачем-то его. Так, все, бежим обратно. Хорошо, что недалеко, хорошо, что выяснили. Так, сразу же уголька ёбну. ХП, чтоб прибавили. Ага. Ух, блядь, как много ХП, хорошо. Все, едем. Опа, не едем. Пока не едем. Бля, прикольно. Я думал, локация уже закончилась. Нихуя, там еще дохуя всего. Охереть у них, конечно, вот эти вот. Прям дохуя всего. Раз. Поехали. Попьем чаечку. Да, пока.
Пока ты меня не интересуешь. Ты мне вообще не интересен. Меня там ждет этот, блядь, лысый хуй. Лысый из Бразерс меня ждет. Все там нормально. Так. Здравствуйте, мистер. Мистер Фантастик, бомба, бомбастик. Раз. Прыг. Хорошо. Где у нас дорога? У нас дорога справа. Можно сюда, получается, и не бежать. Всех-то врагов обязательно и не выебывать. Вот здесь у нас, да? Да. Хорошо. Кто-нибудь за мной бежит? Конечно, бежит. Конечно же ты бежишь. Ну-ка, блядь. Отлично. Так, этот меня заметил? Не, не заметил. Хорошо. Не заметил. Заебись. Так, подойдем вот сюда вот. Потежим нос, который очень предательски не вовремя зачесался. Все нормально. Живем. Так, вон дурак один. Он из лука в меня стреляет. Давай мы его тоже из лука застреляем. Раз. Ага. Как тебе, прикольно? Ну-ка тебе раз еще. И еще. Ой, ты какой длинный, стоишь, мне так удобно. Ой, подожди-ка, ты куда-то там улетел. Улетел ты куда-то немножко вниз. Внизы куда-то. Ну-ка, на-ка. Ну-ка, на-ка, отлично. Ты еще куда-то улетел? Ну-ка, на-ка, прекрасно. Так, теперь... Где шлепошляп? Вон шлепошляп. Так, ладненько, давай мы вначале как-нибудь заберем, наверное, свое добро. Надо бы его все-таки как-нибудь забрать. Главное, чтобы рука никуда не дрогнула. Так, или до шляпа можно как-нибудь сбить отсюда? Ой, ты тоже стреляешься, ну ладно. Стреляться это ладно. Так, а давай мы вот сюда вот как-нибудь рыцаря как-нибудь это вот, ну, вызовем, да? Он же сюда тоже может пойти, правильно? Пыдыщ, отлично. Пыдыщ, прекрасно. Так, хорошо. Все, теперь мы можем без проблем забрать точно нашу вот эту вот всю херню. Ага. Взять спокойненько меч в две руки. Отойти вот сюда вот куда-нибудь на хорошее нормальное состояние, да? Ага. И сделать так. Бам! Ага. Ну куда? Ну куда? Ну почему? Ну почему, блядь? Ну все так красиво же было. Ну ебаный в рот. Ладно. Все же было красиво, по-моему. Все было прям прекрасно. Прям хорошо. Ну, блядь. Очень неудобно там с этим рыцарем сражаться, вот я в свою защиту скажу, вообще прям мне очень не понравилось. Прям фу-фу-фу, как с ним там сражаться, никуда не упрыгаешь, никуда нихуя не сделаешь. Вот так вот блок нахуй буду ставить и все. Я забыл совсем о существовании блока любого в этой игре, поэтому блок поставлю и хуй мне что пробьет, я ему потом двоечку так раз-раз, блядь, и все, и нормально. И человечек вырубился, он так апперкот, блядь, и все хорошо. И будет замечательно. Так. Приветик. Пукни в пакетик. Давай, пока. Ага. И раз. У-ху. Ага. Где мой великолепный этот? А, вот ты где. Бам. Не вставай. Не провожай. Я сам дойду. Ага. Бежим, 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 бежим. Теперь сюда бежим, бежим. Прекрасно, замечательно, классно. Так, а где у меня зеленушка моя? Подожди-ка. А где зеленушка-то моя? Да стой ты, блядь. Дай я посмотрю, где зеленушка-то. Че, она снизу теперь, да? Снизу или где? Где зеленуха-то моя? А где моя зеленуха? Зеленуха-то... ну да. Ну все правильно, я же отсюда упал. Так, секундочку. Пау! Замечательно. Ох ты, блядь. Ты меня не должен попадать? Пау! А я в тебя должен. Хе-хе-хе, хорошо. Но этого легко валить. Пау! Замечательно. Ну-ка. Пдяу! Я понял, я этого рыцаря просто туда на крышу выведу, да и все, что я парюсь-то. Да, вот на крышку, да и все. Сейчас я его в него выстрелю издалека, да и, блядь, выведу сюда. Чё я тоже хуйню страдаю? Ну-ка. Алло. Мистер рыцарь. Бам, нахуй. Ага. А, тут так тоже можно, да? Так, блядь, тоже можно было, оказывается, да? Так. Бам. Нет, не получилось. Ладненько. Берем тогда меч. Бам. Видимо, в этот раз у него стрелы закончились. Чё такое? Восславь солнце. Да я бы обязательно, но у меня такого жеста нету просто. Я уже смотрел. Я бы восславил все и вся. Ну так не могу, не получается у меня так. Так, хорошо. Давай пока сходим вот сюда, вот посмотрим, что здесь. Может, тут тоже что-нибудь есть. А тут что-то есть, смотри-ка. Тут куда-то есть проходики. Но эти проходики закрыты. Они закрыты. А почему? А почему не закрыты? Потому что тут два проходика. Тут два разных проходика. Типа я... Ой, ну ладно. Ну как хочешь. О, вон там еще один рыцарь, фигицарь. Так, ой, блядь, подожди-ка секундочку. Бам, замечательно. Так, рыцарь меня пока не видит. Я отойду, попью. Ага. Рыцаря мы сейчас немножечко поснимаем вот с этого. Пам, нахуй. Ага, пам, блядь. Замечательно, пам, на предикт просто. Нет? А ты чё?
Отказываешься бежать? Подожди-ка. Или там никак тебе не выбраться? А так ты чё? Танцор, тебе чё мешает-то? Ты чё остановился-то? Посмотреть на меня решил. Ты думаешь, я в тебя перестану стрелять? Ты думаешь, у меня наглости не хватит вот сейчас даже выстрелить? Давай, пока. На что рассчитывай? Ты думал, я не ебанутый? Я ж ебанько, блядь. Ты чё? Опять думаешь, что я не ебанько? Да я ебанько, на нахуй. Давай, пока. Что у тебя тут? Освещенный самоцвет. Видишь, как полезно было сюда сходить. Все хорошо. Пойдем теперь к нашему прекрасному лысому дебилушке. Луковки, Херуковки, не знаю уж, как его зовут на самом деле. Какому-нибудь этому. Сейчас мы и узнаем к Сигре, как его зовут. Сейчас мы все, блядь, о нем выясним, ебать. Вот сюда вот мне надо спрыгнуть, по-моему, да, получается? Как-то вот здесь вот, вот сюда вот. Или нет? Или это излишне? Или чё? Или можно вот сюда вот куда-то пойти и здесь как-то спрыгнуть, да? Подожди-ка. Нет, надо вот сюда вот спрыгнуть, потом вот туда вот спрыгнуть. Все правильно. Все, я думаю, правильно рассчитано у меня было. Так, подожди-ка. То есть мы, получается, бежим вот сюда вот. Идем вот сюда и спрыгиваем. Раз. Ломая под собой все и вся нахуй. И теперь сюда. Опа. И прекрасно, и хорошо. И мы вот здесь, вот с этой стороны. Так, ну что там, блядь? Опа. А этого я не ожидал. Это что у нас такое? Ну давай посражаемся вот так. Ага. Давай как хочешь, давай так. Нет, в принципе, чё. Струляй. Я попал 3, а ты попал ни одного. Так, ну что, дружочек, пирожочек, блядь, привет. А, привет. Не думаю, что мы знакомы. Я лоскутик? Неразрывный лоскутик? А, ты, кажется, из негорящих. У тебя ко мне дело? Да, блядь, есть одно дело. Ты знаешь, кто я, блядь? О, да, конечно, все возвращается, наконец-то. О, мне так жаль, то были мои руки, да, но сделано это было по воле брони. Прискорбно, да, но имею в виду, я избавился от этого буйного наряда. Посмотри на себя. Не царапинки. Все хорошо, что хорошо кончается, правда? Да, все будет хорошо, говорю тебе, это все мерзкое проклятие, оно вызвало это отвратительное происшествие. Ха-ха-ха. Упасть ниц. О, конечно, не моя вина, но ты все равно заслуживаешь извинений. Просто безделушка, но же теперь она твоя. Ржавая монета. Знаешь, я своего рода странствующий торговец. Если ты из негорящих, а выглядишь ты именно так, то ты найдешь здесь много хорошего. Приметы у тебя можно теперь, да, покупать, блядь? Катаринскую броню можно все у него купить. Конечно, он же в ней, блядь, был. Естественно. Понятненько. Понятненько, дружочек, пирожочек, все с тобой, блядь. Ой, что такое? Это там кто-то бегает, да? А что еще, подожди, у тебя есть? А, ну это все, что у него есть. Ну ладно. Давайте, ладно. Ничего не нравится? Ну, посмотри получше. Давайте на первый раз его простим, он потом по-любому какую-нибудь еще одну подлянку будет делать, и мы просто как бы, ну, глянем на эту подлянку. Чисто вот из интереса хочется пока что его в живых оставить. Так-то я бы его разъебал, но почему-то мне кажется, будет еще какая-нибудь хуйня, если я его оставлю. Скорее всего будет. Поэтому убивать я его, наверное, пока не буду. Так, а что тут? О, опять тюленистые членики. Так, подожди-ка. Раз. Чё хотел, блядь? Ой-ой-ой, подожди-ка. Что ты орёшь-то там? Что ты там орёшь? Не ори. Не ори, всех разбудишь. Раз. Ага. Банц. Заебанц. Так, ребятки, а чё, тюленимся ко мне? Ой, блядь, подожди-ка, чё тюленимся? Алло. Ну-ка, минус ты. Ага. Сколько вас здесь, блядь? Ну-ка, раз. Ну, это, в принципе, ладно. Это, в принципе, не беда. На. Ага. Так, отпрыгнули на всякие пожарные, не потому что по-любому этими червяками ебаными, блядь, сражаются. Ну, по-любому червивые ребятки-то. Нос, 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 как же он чешется, блядь, все нормально. Все хорошо. Банц, заебись, обобрать тело. Талисман охотника на нежить. Талисман охотника на нежить. Ладно, хорошо. А это у нас кто стоит? Ты что, с тобой попиздеть можно? Или что? Или что такое? А почему послание мне надо читать? Не надо читать послание? Да будет клад. Впереди друг. Может быть, это обезображенный? Ты обезображенный или что? Ты почему на меня не нападаешь? Тебя надо пиздить-то или нет? Он меня вроде не пиздит. Может, его надо отхуячить? Или что? Какой нахуй обезображенный? Ты что? Алло. Мне его надо пиздить или нет? Красный мелок. Окей. Нам не было его пиздить или нет? Я понять не могу. Впереди друг. Так и что, друг? Я с ним поговорить не могу. Я что-то плохое сделал, да? Пожалуйста, не хульте меня в комментариях. Я кого-то убил, да, хорошего?
Кого-то пиздец хорошего убил или чё? Я что-то плохое сделал? Блять, такое ощущение, что я что-то плохое пиздец сделал. Но я не знаю. А если это был друг какой-нибудь? Обезображенный, блять, говорят, друг был. Ну и как бы он вернулся, обезображенный друг? Не знаю, ладно. Забыли. Не было его, все, не было. Так, пятна крови какие-то и что-то страшное. Окей, ну тут есть костер, поэтому мне, в принципе, насрать. Я бегу до костерка. Мне важен костерок, и я его зажигаю. Ой, да что ж такое-то? Нос ебаный, блядь, зачем чешется? Это что такое? Ты этого не заслуживаешь, друг. Не заслуживаю чего? Это что за мать-мать? Прочесть послание. Впереди монстр, короче, может помочь уничтожить. А, впереди зад. Какой нахуй зад? Впереди зад? Давай поговорим. А, попроситься в ковенант Розария, мать перерождения. Давай. Пальцы Розарии. Вы получили покровительство ковенанта. Дать бледный язык. Ну да. Ну да. Опять какие-то ковенанты. Так, и чё? Перераспределить характеристики. За перерождение нужно платить бледными языками. Осталось перерождение в этой жизни 5. О, я понял. Не-не-не. Изменить внешность. О, это прикольно, кстати говоря. Это прикольная штука. Изменить внешность, всхерешность. А почему впереди зад? Впереди зад. Да вроде у нее не зад. Тут у нее вроде неплохо, так нормально все. С задом. И со всеми херовинами. Ну ладно. Костерок открыли, это хорошо. В принципе, даже этого лоскутика повстречали, тоже хорошо. Который все-таки оказался этим лоскутиком. Кого-то переебали, единственное, что. Но я так и не понял, кого. Я так нихуя и не понял, кого мы переебали. Кого-то переебали, кто не возрождается, короче говоря. Извините меня, пожалуйста, если это был кто-то важный. Но вот такое оно мое прохождение, блядь. Не хульте меня сильно. Я не знал, кто это. Мне игра не дала понять, кто это, поэтому ничего не знаю. Все, ладно. Здесь, я так понимаю, закончено. Если мы здесь что-то упустили, то вы мне напишите. А сейчас мы пойдем вот сюда, вот сходим, короче говоря. И посмотрим, что у нас здесь такое происходит. Я уж давно сюда хочу сходить. А, причем не совсем даже сюда. Ладно, ладно, я наврал. Не совсем мы в этот Иритиль пойдем. Мы пойдем несколько в другое место. Мы пойдем вот сюда вот назад, потому что в прошлый раз мы еще в одно место не сходили. Нам нужно вернуться вот сюда. Потому что здесь покороче будет путь, насколько я помню. Где вот чашка была, херашка, да? Да, катакомбы Картуса. Бляха, да как мы могли до этого костра добежать? Ну, тут, в принципе, недалеко, ладно. Тут, в принципе, не сходит далеко. И по мостику надо спуститься. Там мостик был, по нему можно было спуститься. Мне все комментарии записали тем, что тут можно все это сделать. Поэтому попробуем. Блять, нет, подожди, нихуя. Нихуя, миллион у нас этих отчетчев есть. Надо потратить отчетчи, будет очень обидно их все проебать, короче говоря. Так, возвращаемся и тратим очки. Вырастаем, короче говоря. Нужно вырасти. Нужно вырасти сильным таким. Ух, блять. Чтоб девкам нравится, чтоб мужикам главное нравится, чтоб всем нравится, короче говоря. Навык, песен какая-то там чего-то. Опа. Привет. Здорово. Вижу, ты теперь палец Розарии. Наши пути совершенно различны. Прощай, милый друг. В следующий раз мы уже встретимся врагами. Блять, ну ладно, извини. Я не хотел. Я вообще в ковенанты вступаю просто по приколу. О чем ты? Так, секундочку. Я хочу повысить уровень. Ага, очень хорошо. Так, мне нужно что? Мне нужно все-таки силу я докачаю. Оп, хорошо. 9 косарей у меня остается, допустим. Сейчас мы его, возможно, еще раз повысим немножечко. Так, ты у нас кто? И ты у нас кто? Привет. О, вот мы и встретились. Мы уже встречались на пути жертв. Я Анри из Асторы. Рада видеть тебя в целости и сохранности. Мы добрались до храма глубин, но гроб Олдрика был пуст. Людоед, должно быть, отправился в свой истинный дом. Мне рассказала об этом куколка из пустого гроба. Говорят, что Олдрик прибыл из Эритио в Холодной долине. Это легендарный древний город. Пилигрим сказал мне, что этот город стоит за цитаделью Фарана. Да, я туда скоро и отправлюсь. Туда мы идем. Ну ладно, хорошо. А вот эту бабешку я не помню. Где ее встречал? Ну, где-то, видимо, встречал. Так, хорошо, подожди-ка. Ага, чем-то ты можешь быть полезна, конечно. Мне нужно, знаешь, что, мать? Мне нужно... Вот это за 2 косаря я продам. И сколько у меня сейчас? 11, а там нужно 14, поэтому я вот так вот продам, короче говоря. И увеличим силу вот прям до тех пор, до каких она нужна для этого меча. И будет все прекрасно у нас. Ага, повысим уровень. Очень хорошо.
она говорит, и в принципе я с ней согласен. Очень хорошо, сила 28, и теперь у нас все прекрасно по силе. Я этого прям хотел, чтобы можно было сделать вот так вот, нахуй. Все, ебать. Одной рукой могу, нахуй, и все, и прекрасно. И у нас еще от силы очень хороший скейл идет, поэтому все великолепно. Мы же можем еще кое-что сделать, подожди-ка. Бежим обратно, можем еще меч улучшить, короче говоря. Так, купить ой, не это, не то, продать предмет. Давай-ка вот так вот, наверное, я надеюсь, мне хватит. Угу. Назад оставить. Бежим. Здорово, Андрюха. Мне нужно... Ой, а что-то тут новое появилось, нет? Нет, не появилось. Давай укрепим. Укрепим и вот это у нас как раз есть. Все. Все прекрасно. Плюс 5 уже. Отлично. Так, возьми все-таки в две руки, пусть оно больше дамага несет. Дальше. Что мы делаем? Мы теперь идем в катакомбы Картуса. В катакомбы Кактуса. Не надо вот сюда вот. Или не сюда? Нет, не сюда, подожди, не сюда. Я не туда полетел, по-моему. Ну-ка. Невкусный чай. Водючий. Не, не сюда полетел. Тут слишком далеко. Это слишком далеко, мне сюда не надо. Мне надо вот сюда вот. К Вальниру. К Вальнирчику мне надо вот сюда вот. К нашему многорукому, многожопому. Где он? Покажите мне его. Покажите мне его. Ага, бежим вот сюда вот, короче, надо по лесенке спуститься. И что-то там будет интересное, говорят так. Не знаю, как я в прошлый раз не заметил этой херни, видимо, скелеты меня что-то как-то немножко напужали. Так, раз, ага, ты падаешь. Оп, подожди-ка, аккуратненько, отличненько, все, теперь можно здесь спуститься где-то, да? Острее, что она не появляется? Что не появляется? Где надпись? О, спуститься, вот теперь появилось, короче говоря. Теперь мы спускаемся. Хорошо. И что мы здесь имеем, собственно-то говоря? Мы здесь имеем какую-то еще одну локацию. Приветики. А, прям вот так вот, да? Охуительно. Так, подожди-ка, а ты... Сколько у тебя... Ух, бля, привет. А, ты просто поднимаешься? Тут лесенка? Чудесенка, блядь. Ага, понял. Ну тебя мы уже встречали, ладно. Давай, иди сюда-то, нет? Я постою пока. Сейчас он поднимется, мы его пиздякнем. Угу. Поднимайся. Отлично. На, блядь. По балдоське. На, блядь, по балдоське. А давай мы его так и завалим, ладно? Стреляй. 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 Тактика хорошая, кстати говоря. Тактика прекрасная. Но он, по-моему, этим больше дамажится-то. Который холодненький мечик-то. Который из эритила. Так, подожди-ка. Ты пока стреляй, да? Стреляй. Я пока его возьму. Эритильский мечик я возьму. Так, снаряжение. Вот это мы меняем на... Где эритильский-то мечик? Где эритильский мечик? Подожди-ка секундочку. Чувак, подожди немножко. Оп, хорошо. Вот так вот я беру. И вот так вот две руки я беру. Эй, вернись, блядь. Жопа с ручкой. Раз. Ух, блядь. Ладно, подожди. Я пошутил. Секундочку. Дай попью. Блядь, подожди-ка. Секундочку. Ага. Бляха, нихуя. Как-то он хуёво дамажится. Так, подожди-ка. Пьём. Ага. Давай. Раз. Ага. Не, нормально он дамажится этой хуйни. Хорошо прям. Так, что ты будешь делать? Ты там что-то уебал, да? Ой, подожди-ка. А теперь я тебя уебу. Раз. Ага. Раз. Заебас. Отличненько. Ну давай, иди сюда. Иди сюда. Че, огнем будешь пуляться? Это я знаю. Это я сюда откажу и все. Ой, да че ж с носом-то, блядь, происходит? Пиздюлей, походу, дадут. Так. Раз. Да подожди ты, блядь. Секунду нахуй. На-ка. Ну ладно, хорошо. Ладно, как хочешь. Как хочешь, сделай. Хочешь, беги, хочешь, не беги, допустим. А где-то тут не должна быть истинная луковка настоящая. В прошлый раз мы встретились именно вот когда я с ним был. Ну-ка, давай, поднимайся. Да подожди ты, блядь. Стой нахуй. Стой, блядь. Стой, сука. Отлично, хорошо. Так, берем обратно наш пиздатый меч. Это что-то уже как-то не катит. Угу. И вот так вот. Душа демона. Заебись. Слушай, душа демона. А мы разве не можем из этой души демона что-то сделать, нет? Возможно, можем, кстати говоря. Может быть, это сильный враг? Блять, может быть. А вот это вот сильный враг? Не, не очень сильный враг, хуйня какая-то. Это не сильный был враг, это такой.
Ну, такой, не особо враг. Нормально, сойдет враг какой. Ага. Теперь я, кстати говоря, их с первого удара хуячу. Да, вставай, я знаю, что ты встанешь еще раз. У тебя глаза светились. У тебя светились глаза. Все, минус ты. Окей. Так, дальше, что мы здесь делаем? Мы здесь идем еще раз вниз. А там вот пути вот туда вот не было никакого. Я немножко проебал этот моментик. На самом деле, если честно. Вот здесь-то вот. Я сюда не сходил, потому что просто... Тут у нас сундук. Проверка на хуйню. Ага. Естественно, это хуйня. Естественно, это хуйня. Ага. Ух, блядь. Как мне повезло-то. Так, секундочку. Не-н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 е
вертуха. На-ка, бля, вертуха, заебись. Вот это хорошо. Конечно, Черный клинок, опа. Это что-то, блядь, хорошее. Ну, здесь меня, наверное, предупреждают, что да, это сундук, сундук. Так, снаряга. Посмотрим на черный клиночек. 122, 30 кровотяки у него есть. Угу. Он похож, кстати говоря, на Утигатану, но он пизжи ее. Он прям пизжи ее. В принципе, если его, конечно, вкачнуть. Но у этого Ашка, и он тяжелый, мне нравится, поэтому не буду я ничего качать. Уу, хорошо. Так, давай попьем. И вообще, наверное, давай угля ебнем. Что-то давно ходим без угля. Хуякс. Отлично. Теперь все будет как-то получше, да, немножко? Где-то здесь уже скелет собирался, я слышал. А, ну вот. Вот они и собираются. Давайте, иди сюда, ребяточки. Ребяточки, иди сюда. Идем сюда. Так вы что? Так вы что, ебанько, что ли? Ну-ка, подожди-ка. Ага, не, не получилось. Немножко не получилось, как я хотел. Так, секунду. Стоп. Стоп, машина. Оп, подожди. Раз. Отлично. Так, да подожди-ка секундочку. На-ка. Угу. Ты умер? Ты не умер. А почему? А почему? Оп, хорошо. Да, бля, ребя. Спокойно, спокойно. Минус раз. Ага. Замечательно. Раз. Замечательно. Дальше в толпу хуярим. Два. Замечательно. Три. Ага. Четыре. Пять. Да пять, блядь. Отлично, хорошо. Пьем. Замечательно. Ага. И еще. Блядь, да ёб твою мать, да ёб твою мать, да ёб твою мать, да ёб твою мать. Все, спокойно. Все, умираем. Умираем насовсем. Так, нос, я тебя нахуй оторву когда-нибудь, короче говоря. Я тебя просто оторву, чтобы ты мне не мешал записывать. У меня пол записи про этот ебучий нос, блядь. Как так вот, а? Зачем? Это на что за подозрительная стенка? Нет, ладно, не подозрительная. Попьем тогда и пойдем внизы. Пошли тогда смотреть, что тут. Тут должно быть что-то... Где-то картус должен быть, короче, я так понимаю. Раз это его катакомбы, то это где-то вот он должен быть сам он, наверное, нет? Мне кажется. Так, костер. Что за костер? Откуда это? Зачем? Куда? И что? И как? Покинутая могила. Здесь где-то, да? Покинутая могила. Ах, принцесса. И тогда время пришло. Скелет. И что, скелет, время пришло? Не понял. Ну ладно, ну допустим. Так, а тут непонятно что-то. Тут куда-то очень далеко. Вот здесь вот есть тупичок какой-нибудь, да? Это тупичок? Это тупичок. Что у нас здесь? Повязка на глаза старого мудреца, кольцо ведьмы. Что делает у нас кольцо ведьмы? Значительно усиливает пиромантию. Полезно, бля. Полезно-то, бля. Ну ладно. Допустим, есть. Допустим, оно здесь будет появляться. Блин, мне эти так катакомбы не нравятся. Тут все так стерешненько. Тлеющее озеро. Ух ты, бля. Красивенькая локация на самом деле. Достаточно. Какого хуя? Какого хуя? Не надо посмотреть, какого хуя? Что там происходит, блядь? Что-то делается. А какого хуя-то? А в меня-то летит что-то, блядь. Это поворачивается какой-то трибушет в меня? Серьезно? Так, подожди-ка. Подожди-ка, ох, блядь. Да, блядь, подожди. А чё ты меня дамажишь-то, схерали? Я пошел отсюда нахер куда-нибудь. Вот сюда, вот за эту штуку. Так, окей. Ух, ты, дрожь земли, блядь, началась, понеслась. Блядь, да ёб твою мать, со всех сторон гонят меня куда-то. Так, пьем. Червь, привет. Хуярь в него.
В него хуярь, смотри, какая цель охуительная. Блять, он еще и электрочервь, нахуй, пикачуха сраная. Так, секунду, это я, пикачуха, какого хера-то? А что? А что мне делать? А что мне делать? Как это проходить, блять? Так, дай-ка отбегу, нахуй. Так, червячочек. Червячочек у нас здесь, да? Червячочек и какая-то залупа. И червячочек уходит куда? Уходит куда-то. Началина, а как ты избавиться вот от этой стреляющей залупы? Блять! Как от нее избавиться, еще бы знать. Да ёб твою мать, че ж ты в эти хуйни-то не попадаешь? Так, пьем. О, минус чувак. Нет, не минус, ладно. Вроде нормальному было. Так, большой осколок титанита. Оп, хорошо. Это, блядь, что? Карабинский, да. Тут еще и карабинский ходит. Так, ну три урона она несет, да? Да, три удара и все. Хорошо, забираем вот это вот. Ага, большой осколок. Ой, блядь, да ебаный в рот. Так, ну все, 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 все. Да, я здесь пережду немножко. Ага, перезарядочка пошла. Мне на карабинского как-то высечь. А, сраный дос. Меня из-за него убьют, короче говоря. Меня из-за него убьют здесь. Так, карабинского я как-то высекаю, нет? Не, пока не высекаю. Давай здесь встану. Ага. Пусть они стреляют туда. Ой, мне, в принципе, пока похер. Пока течет мой любимый кетчуп. А я бегу вот сюда. А я вот сюда вот бегу прямо под низ. Они уже здесь не должны меня никак доставать, мне кажется. Мне как-то достают, короче, прям. Как-то меня достали уже, блядь. Так, секунду. Карабинский. Ты чё там? Ты чё там, крабчик? Крабчик, дябчик, подожди-ка. Ага, попьем немножко. Заебись. Так. Здорово, краби-щука. Бау! Ай, блядь. Подожди. Ай, блядь, да что ж ты? Да что ж ты, блядь, такой мощный-то? А что-то не заладилось у меня как-то, да? Что-то как-то у меня не пошло немножко. Точнее, пошло, но не по плану нихуя. Ладно, подожди. Ладно, хорошо, катакомбы Картуса. Это, конечно, прекрасно все. Это, конечно, все великолепно, но мне это не нравится. Так, еще разочек, проходочка. Еще одна проходочка. Тлеющее озеро. Это заебись все. Это классно. Вот туда бы сходить, но там надо этот. Так, ты уже стреляешь, да? Стреляет. Ждем. Раз. Два. А че? Давай, три. Ну, раз, два, три. Где? Раз. Два. Три. Не было трех. Блять, да ебаный урод. Ну ладно, бежим сюда тогда. Бежим пока туда сюда. В принципе, тут вообще недалеко все это дело. Ага. Вот оттуда я успею, наверное, добежать тоже, да? Так, раз. Два. Три. Бежим. Бежим, 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 бежим. Пока не поворачивают, пока поворачивают, я успею, ух, блять. Так, секундочку, еще прыгаем, еще прыгаем, еще прыгаем. О, тут дырка. Дырка, это классно. Дырка, это что-то хорошее. Так, хорошо. Мы опять рядом с Карабинским. Это хуёво. Это хуёво, что мы рядом с ним. Их тут еще и два. Так, подожди-ка, на одного выцепить сюда. Тут, в принципе, арена как-то побольше, мне кажется. Ой, да ты возьми сюда-то. Так, раз. Ага, два. Отсюда его постреляю еще. Три. Все, хорошо, берем меч. Так, нормально, атакуем. Ага. Раз, хорошо. Вас. Заебись. Прыгни, да ты че не прыгнул-то? О, подпрыгнули. Пьем. Хорошо. Прыгай, 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 прыгай. Отлично, хорошо. Так, отпрыгнули. Раз. Отпрыгнули. Хорошо. Двас. Блять. Как ты больно хуяришь-то. Еще и эти дурачки. Пьем. Отпрыгнули. Отпрыгнули. Да я отпрыгнул, блядь. Ну если мы столько на краба, блядь, тратим, то это пиздец. Пьем. Ага. Ра, блядь. Да ёб твою мать, я прыгал же, ну. Да стой. Да я к тебе в жопу зайду. Подожди. Да прыгаю я и так, ну ёбаный в рот. Подожди. Пей. Ударяй. Раз. Два. Заебись, блядь, минус один краб. Ценой четырех хилок, пиздец какой-то. А как остальных-то выносить? А надо ли их вообще выносить? Как там вон там стена еще какая-то, я не знаю, что с ней делать. Вот эта вот хрень сломалась сама по себе или нет? Или это я разрушу, когда стреляли вот этой вот хуйней? О, Карабинский, заметил меня? Заметил? Иди сюда. Иди сюда, крябчик. Крябчик, дябчик, иди сюда. А может быть крабов все равно тоже хуярит, короче говоря, вот эта вот шляпа, нет?
Подожди-ка. Сейчас будет тест. Тест нахуй. Блядь. Краб съебался, он умный, блядь, краб, я понял. Он-то на рожон не лезет, он умный. Ему-то заебись, да, конечно. Так, ну-ка. Да возьмись ты. Да возьмись. Да возьмись, блядь. Чего ж не берешься-то? Алло. Куда пошел? Куда пошел? Куда пошел? Так, берем. Ага, нихуя. Раз. И раз. Блять, и раз. Да стой, подожди, ладно, я пошутил, я пошутил. Подожди. Ударь как-нибудь. Оп, хорошо, я пью. Я пью. Ага. Ать, хорошо, ать, хорошо, ать, хорошо, ать, хорошо. Да, блять, хорош лупить-то по мне. Раз, раз и раз. Блять, три удара нанес. Да нет, 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 нет. Ну хватит, 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 не кушай, не кушай, не кушай меня. Я невкусный, пиздец. Ударь, 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 ударь. На, хорошо, прекрасно. Попьем. Так, минус еще один карабинский, остался последний. Вроде как. Но в меня за это время все равно пока что хуярят очень сильно. Так, ну давай, иди сюда, блядь. С тобой тоже посражаюсь, блядь. Ниндзя-крабы. Умение убиться об краба, короче говоря. Так, ну-ка, ну-ка. Че умеешь, че умеешь, че умеешь, че умеешь, че умеешь, че умеешь, че умеешь. Че умеешь, но. Опа, нихуя. Да, я обойду тебя. Обойду тебя, ага. Так, раз, два. Хорошо, блядь, да стой, 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 стой. Я сзади тебя постою, я сзади постою. Я сзади постою просто, я просто сзади постою. Оп, нихуя. Раз, отлично, хорошо. Ой, ты упал, упал. Все, голову сломал, нет, подожди, мне сломаешь сейчас. Пьем, блядь, отходим, отходим, отходим. Ра, блядь. Да нет, 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 ну нет, ну отпусти, ты тоже так делаешь, ну зачем? Не надо, не надо, не надо, не надо. Отпусти, не забудь. Так, все, бежим, бежим, бежим. Нихуя. Блять. Пьем. Ага, хорошо. Теперь уверенность хоть появилась. Нет, 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 нет. Никаких, блять, свистоплясочек не будет. Раз. И раз. Хорошо. По ним очень мало урона, у них очень много хп. Очень жесткие ребята. Так, осколок титанита есть. Так, зачем я это делал? Кто-нибудь мне скажет теперь? Трибушет меня этот заебал. Мне еще кажется, что возможно там на стенку сломать, короче говоря. Вот здесь вот где-то. Где она была? А где стенка-то была? Подожди. Где тут стенка была? Рос, я тебя убью нахуй. Я тебя просто застрелю, блядь, понимаешь, нет? Я когда-нибудь нос этот застрелю, короче говоря. Вот стенка. Ага, нихуя. Ага, нихуя. Ага, нихуя, блядь, да ладно, больно. Вот эту вот стенку надо сломать, смотри-ка. Сейчас мы как-нибудь там все сломаем. Подожди. Опа, сломалась? Сломалась, я знал, я знал, я знал. Я знал, что так надо сделать. Я знал, прям знал. Так, кольцо с пестрым камнем. Ух, блядь, подожди-ка. Хорошо. Колечко заимели какое-то, пиздатое, по всей видимости, нет? Слегка усиливает поглощение урона от магии, молнии, огня и тьмы. Усиливает поглощение урона? Может и нужно, конечно, может и нужно. Не знаю, не знаю. Ладно. Допустим. Так, подожди, ждем. Ага. Ждем. Ждем. Хорошо, бежим. Теперь бежим. Теперь бежим вот сюда, вот прячемся. Где вообще эта хуйня-то? Откуда стреляют? Откуда ведется стрельба? Угу. Два. Три. Хорошо, бежим дальше. Сюда в дырку пока прыгать не буду, пока не вижу смысла. Бежим вот сюда, имба. Раз. Два. Три. Хорошо, теперь вот сюда, вот тут посмотрим, что у нас здесь есть. Ага, тут я, блядь, на открытой ладони, да, просто-напросто нахожусь. Прекрасно. Так. Вот здесь вот он у меня ничего не делает, поэтому я побегу вот здесь. Так, вроде всех крабов запиздил. Так, на, побыстрее, на вот эту вот хуйню еще сломать, короче говоря. Надо эту хуйню сломать. Блядь, я не успеваю, да? Ага, 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 блядь. Ага. Ладно, вроде успею, успею взять, похуй, что умру. Успеваю, все. Блять! Ладно. Хаотический самоцвет какой-то взяли. Он очень самоцвет и очень хаотический. Ну хорошо, в принципе, все, что нужно сделать, сделали. В следующий раз тогда сделаем чуть побольше. Давайте на этом закончим.
Давайте я закончу вот там вот, на красивом виде, на этом прекрасном, и я пойду просто стрелять в свой нос из револьвера, короче говоря, потому что он меня заебал просто-напросто. Прям вот максимально, насколько можно, он меня заеб. Давайте вот так вот закончим, короче говоря, вроде красиво, вроде классно все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь также на телегу. И увидимся с вами в следующих сериях Dark Souls 3. Всем удачки и покасики. Давайте.